Международный день близнецов отмечали сегодня в Киеве. Эту акцию устраивают второй год подряд. Несколько сотен пар двойняшек и близнецов из разных городов Украины съехались в столицу. Зачем, расскажет Лина Зеленская. Кире и Марине 11. Когда они вдвоем, всегда в центре внимания. Прохожие оглядываются на одинаково одетых девочек, похожих как две капли воды. Подходят, просят с ними сфотографироваться. Но сегодня здесь таких, как они, множество. Непривычно видеть братьев, сестричек и столько близняшек, как мы. Вы впервые сегодня здесь? Да, первый раз. Марина и Кира не исключение. Большинство близнецов празднуют свой день на одной из популярных киевских платформ впервые. Более 200 братьев и сестричек, похожих как две капли воды, собрались сегодня здесь, чтобы поставить новый рекорд. Прошлогодний рекорд 85 пар близнецов организаторы нынешнего праздника планируют превзойти по меньшей мере вдвое. И у нас география расширилась. К нам едут и со всей Украины. Ивано-Франков, Запорожье, Львов, Одесса, Чернигов. Сегодня будет 4 рекорда. Это максимальное количество близняшек и двойняшек в одном месте. Мы ожидаем около 200 пар. Максимальное количество тройняшек. Самые тяжелые дети при рождении, это около 4 килограмм, и самые маловесные, это у нас детки 960 и 980 грамм. Самым младшим участникам всего несколько месяцев. Полина и Вера. Вера, сколько им? 7 месяцев. И мы уже умеем сидеть, ползать на четвереньках, кушаем почти сами ложечкой. Давайте знакомиться. Тебя как зовут? Надя. Вера. Рома. Даня. Будем дружить? Будем. Близнецы – это в два раза больше хлопот, забот и финансов, но и в два раза больше счастья, уверяют родители. Любовь двойная, обнимание, вот, любовь детей, также к родителям – это восхитительно вдвойне. Двое больше любви, двое больше обнимашек, и всегда интересно, с ними не соскучишься. Если мамы двойняшек говорят, что им достался счастливый билет, то мамы тройняшек убеждены – сорвали джекпот. Это Катя, Маша и Поля. Попытки родственников и друзей различить малышек тщетны. И только мама девочек уверена, что ее дети, но совершенно разные. Разные характеры, эмоции, походка, голоса. В следующем году организаторы планируют собрать еще и четверняшек и вести конкурсную программу, чтобы определить самых спортивных, талантливых и эрудированных близнецов. Лина Зеленская, Даниил Косаковский. Подробности. Телеканал Интер.